Будьте здоровы! Предлагаем вашему вниманию прогноз погоды на среду, 14 июля, предоставленный Центром ФОБОС. В Усть-Каменогорске день пройдет без осадков, 30 градусов выше нуля. В Семи переменная облачность, плюс 32 градуса. В Павлодаре без осадков, 29 градусов тепла. В Кокшетау пройдет небольшой дождь, 30 градусов выше нуля. В Петропавловске ожидается дождь, гроза, 29 градусов тепла. В Кустанае временами дождь, гроза, плюс 25 градусов. В Актобе дождь, возможно, гроза, 24 градуса выше нуля. В Уральске без осадков, 30 градусов тепла. В Атырау облачно, осадков не ожидается, плюс 33 градуса. В Актау день пройдет без осадков, 35 градусов тепла. В Жезказгане осадков не ожидается, 35 градусов тепла. В Кызылорде переменная облачность, 40 градусов выше нуля. В Шымкенте облачно, без осадков, 36 градусов тепла. В Таразе осадков не ожидается, 34 градуса выше нуля. В Алматы день пройдет без осадков, 33 градуса тепла. В Талдыкургане осадков не ожидается, плюс 35 градусов. В Караганде облачно, без осадков, плюс 32 градуса. В столице республики Астане кратковременный дождь, гроза, плюс 32 градуса.